Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум Элиже Александр, и чё-то у нас давненько не было Battle Cats, вам не кажется? Мне, например, кажется, и я к этому готов. Готовы ли вы? Ладно, надеюсь, что да, потому что пельмеш уже тут. И, друзья, эту серию я начну с того, что в честь небольшого возвращения, небольшого перерыва, я хочу открыть, возможно, одну, возможно, несколько, возможно, целых 11 капсул. Ну, конечно, я буду открывать 11 капсул, потому что не все коты из этой коллекции у меня сейчас имеются. Возможно, даже я открою два раза, либо следующий раз я открою завтра. Ладно, скрестим пальцы. Помолимся богам, понадеемся на удачу, и я верю, что Battle Cats должна наградить меня чем-нибудь потрясающим за это возвращение. Но пак, этот кот тоже под... Нет, ну это как бы, ну... Опачки, опаньки, и по-моему, когда-то этот кот у меня даже был, Рейден, да, он у меня был определенно, но когда аккаунт был утрачен, утратился, в общем-то, и он. Зашибись, теперь у меня есть Рейден, друзья. Замечательно. Этих парней у меня, кстати, довольно много, но я их почему-то не использую. Потому что они довольно специфические. Так, ну и что, кроме Рейдена мне ничего не дадут? Меня ничем новым не порадуют? Я не хочу, чтобы так было. Ладно, хорошо, окей, вопросов нет. Я открою еще раз. Потому что я хочу того дракона на коне, который в левом верхнем углу, он выглядит просто великолепно. Или кота на драконе. Или кота на драконе. Все, тут хотя два кота на драконе, да? Ладненько. Хочу обоих котов на драконах. И тот, по-моему, очень великолепны. Текс, ну чё там? Ну, здорово, братон. Здорово, малыш-круглаш. Эх, как же там твой лук? Ну и ты на своем компьютере все печатаешь, а ты все моешься. А ты все стрижешь. А ты это Содом же вроде, друзья, да? Тоже его почему-то не использую. Почему я не использую Содома? Вот кто бы мне мог ответить? У него, по-моему, довольно большой урон. И выглядит он достаточно грозно, но... Чё-то почему-то как-то не сложилось у меня с ним. Ладно, друзья, видать не судьба, видать не судьбинушка. Ничего страшного, я не расстроен, потому что у нас тут есть какой-то новый лимитированный челлендж. Мне об этом игра сообщила сегодня, возможно, вы его уже прошли, возможно, еще не видели. Но называется он Go-Go Graduates, какой-то Graduates, я не знаю. Короче, идем сюда и смотрим, что мы здесь можем выбить. Так, ну что, погнали. Наверное, даже бонусы использовать я не буду, потому что, ну, они все-таки не бесконечные. Они у меня есть, но они потихонечку начинают подходить к концу. Так, я тут вижу локацию, которую не видел вообще никогда. Это абсолютно... Это школа какая-то японская или что? Вау, ну выглядит довольно прикольно. Это значит реально новая локация. Стало быть, и враги должны выскакивать из этой... Это матрешка, наверное, какая-то азиатская. Должны выскакивать крутые... Это что? Это такая же свинья, как был мой кот. Моего кота, правда, несли связанным. А эту свинью просто превозносят и подбрасывают к небесам. Они ее благословят, они эту свинью. Что за дела? А хотя враг оказался довольно слабый. Но я думаю, что это только начало. 100% это только начало. Дальше враги будут посильнее. Я почему-то вот... И сразу лаки-тики дали. Хотя они довольно бесполезны для меня сейчас. Ладно, хорошо. Следующий левел. Жаль, что каждый раз приходится выходить. Меня это просто накаляет. И да, я прошел еще уровень с Крейзи Танком. Хотя Крейзи Танк у меня был. Просто чтобы... Чтобы засчитало мне. Засчитало. Потому что мне пока игра говорит, что нельзя. Нельзя проходить мейник левелы. Я очень уже хочу в них погрузиться. Там реально крутые коты. Мне их очень не хватает порой. Но не все крейзиты у меня, типа, пройдены. Жаль. Но крейзи танка прошли. Так, отлично. Тут уже у базы гораздо больше хп вражеской. Гораздо больше. И расстояние между школами стало больше. Подождите. По-моему, левел стал длиннее, но я бы не сказал, что визуально школы гораздо дальше друг от друга находятся. По-моему, они довольно близко. И это осень, да? У них там осень. Потому что деревья облезли, или это еще ранняя весна. У меня тут зима, блин. Хотя снег начинает таять. Вон когда тает, у меня было много снега. Он падает с крыши, постоянно падает на козырек, на подоконник. Постоянно эти капли стучат. Мерзко. Эх, ну ладно, не будем о моих проблемах, будем только о Battle Cats сегодня. Так, короче, время, когда тает снег, мерзкое. Слякоть. Фу, бэ. One use cannon, давай, one use cannon.
Давай, давай, давай. То есть один раз я могу пушку использовать или что? Или о чем это говорит? А нет, смотрите-ка, подождите-ка. Да, просто школа становится то больше, то меньше. Короче, так это выглядит, забавно. Я хочу использовать пушку, чтобы посмотреть, реально ли в этом уровне я буду использовать пушку лишь один раз. Так, Сон Скенгуру, где новые враги? Черт, левел. Не просто так же создатели нарисовали целый новый задник, нарисовали новую базу и не нарисовали врагов. Оба-на! Это ты чё? Ты чё здесь? Ты чё задумал, ты? Это... Зачем тебе... УЗИ это у тебя или что? Это что у тебя такое? Блин, зачем этот пёс меня стреляет? Пёсик, ну ты чё? Ну выглядит довольно миленько, он даже стесняется, вы видели? По его краснеющим щекам можно понять, что он... Он смущен, он не хочет с нами воевать, но его, видимо, заставили. Он просто не хотел этого. Да и я не хотел. Или он постеснялся моих котов, типа из-за своей юбки. Ну, хотя выглядел он довольно круто, я не знаю, что стесняться. Пофиг, 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 вообще пофиг. Дальше, друзья, уже один новый враг появился, и я что-то чувствую, что нам должны за прохождение этого челленджа дать какую-нибудь достойную награду. Если этого не будет, это будет не очень. Это будет печально. Даже, возможно, на последнем левеле этого челленджа я использую... Даже сейчас я использую, наверное, сокровище, чтобы, если там есть шанс что-то получить, чтобы я это 100% получил. Так, у нас, оказывается, королевская свинья прямиком пришла из школы, да? Все они завсегдатые этих злачных заведений школьных. Че? Почему школа? Почему школа? Это... А может быть, это не школа, может быть, это... Ну, это похоже на школу. Только с циферблатом. Я не понимаю, друзья. Что это за здание? Напишите в комментах, пожалуйста. Мне тяжело понять. Это вы что думаете? Похоже на какую-то школу из аниме. Я не знаю. Чисто такое субъективное мнение. Имхо. Так, скоты, чё у меня уберов нету? Я вот что-то не понимаю. У меня вроде бы котов много, а вот уберов ни одного я еще за все время прохождения этого челленджа не построил. На меня это не похоже. То есть, это как бы перпетум и без уберов? Он же только уберами играет. Так же, а где уберы мои? Видите, и без уберов дела идут. Ладно, нужен убер. Просто нужен убер, просто пускай будет. Один убер вот так вот. Все, теперь я спокоен, теперь я доволен. Даже он не примет никакого участия, просто вот я хочу на него посмотреть. Это прекрасный убер. Все, зашибись, друзья. Зашибись. Левел пройден, лаки тикеты. И отправляемся дальше. Дальше. Главное сейчас не забыть активировать сокровище, потому что я из тех людей, что постоянно все забывают. Поэтому активация начинается. И Cat Army Days... Оф, что, а почему это Cat Army Day Off? Почему это off сразу? Ну-ка посмотрим, вроде никакого оффа не должно быть здесь. Так, 250 тысяч хп у базы вражеской. Но враги здесь реально слабые, вот эта вот свинюшка новая. Че, она никакого интереса не представляет в боевом плане. И у нее дальность большая, слушайте, атаки. Я даже поначалу не замечал. То есть, когда она приземляется, от нее расходится в разные стороны ударная волна. Она-то моих котиков-то и отбрасывает. Ух, как это некрасиво. Я думал, они просто веселятся и подбрасывают свинью. Они тут, видимо... Это хитрая очень схема нападения. Это абсолютно уникальная атака. Это ж надо же было ж до такого додуматься и к этому прийти. Безумцы, просто безумцы, псы. Вы спятили, вы сбрендили. У вас поехала у всех крыша. Вам бы не мешало. А может быть, это, наверное, психушка тут. Кто знает, потому что ну, странные вещи тут творятся. Ладно, чё мы пробить не можем? Раньше свиньи погибали довольно быстро, а что, кассаджизы не могут атаковать? Или у врага стало больше хп, или... Оба, на одного пробили. Или у врага... Или что, или как это получилось? Ладно, выстрел из пушки. Просто, а вдруг реально будет котов сегодня? Я как бы не хочу, чтобы был котов. У нас тут сокровище активировано, мы должны его в любом случае как-то отбить. Так, опаньки! Это чё, это обезьян, это горилла-камикадзе или что? Ха-ха, жесть, блин. Это жестко. Горилла Камикадзе, но она слабая должна быть, да? Она быстро отлетает, значит, она получает кучу дэмэджа. И рано или поздно она должна погибнуть. Ну, только она что-то не хочет погибать. Рано, по крайней мере. Но поздно погибнет. Погибла, отлично. Можно даже кота-льва вызвать. Хотя лев и есть кот, но, в общем, льва вызываем. И может он что-то здесь делать, не может. О, его замедлили жестко. Черт побери. Черт. Этот песик сейчас неприятности нам доставляет. Кто бы мог подумать, а вместе со свиньями летающими, так вообще получается не очень хорошо. Так, ладно, нужно, наверное, покопить на убера, друзья. Что-то видите, как-то дела обстоят не очень. Тут бы какую-нибудь метамку, чтобы она в толпу залетела, как дала.
по всем. Было бы очень приятно, конечно. Так, ну попробуем накопить. Не, наверное, мы не накопим. Если будем так ими накопить. Опачки. Опаньки. А вот, в общем-то, Яна. Она сразу туда запустит свою огненную вспышку. И враг... Просто враг погибнет, я думаю. Давай, метанка, давай, сделай красоту. Сделай все четко. Посмотрим, прав я или нет. Давай, подтверди мои слова, запускай. Пэмс. Ну, что-то, да, замедлило, но не продамажило. Как-то особо. Много свиней появилось. Много свиней. Может быть, даже какого-нибудь такого кота похожего дадут на этого врага. Было бы логично, на самом-то деле. Но пока что-то нет, пока что-то нет, пока что-то нет. Мы даже до базы вражеской добраться не можем. Большому моему сожалению. А нет, добрались. Все отлично, все нормально. Все. Это было. Было нормально. Было прикольно. Давай, база, ломайся, матрешка, Виктори. Там написано, Виктори теперь моя. Все, победка. И что мне дадут? Лаки 3, тикета, 3 штуки. И First Clear... Так, а их там будет, оказывается, несколько? А нет, все. Пипец, все? Реально все, что ли? Я прям как бы немного огорчен. Прям реально ведь огорчен. Смотрите, обычно, когда я захожу, куча челленджей разных. А здесь уже почти все пройдено, ничего нету. Этот код у меня есть, я его получил еще вот тут. Блин, придется проходить историю легенд, а что остается делать? Больше нечего, как бы. Я могу повоевать тут, но тут тоже смысла нет. Фрукты добывать, я их даже не трачу. Челлендж батл, тоже смысла не вижу. Пойдем сюда, друзья. Так, но прежде все-таки хотелось бы какого-нибудь сегодня кота, почему бы и не активировать, да? Давайте активируем Акиру, наверное. Я не знаю, кого активировать. Давайте, давайте, давайте вот этого парня. Я о нем, слушайте, давно мечтал. Давно мечтал, я его наконец-таки выбил. С прошлых коллекций. И давайте его активируем. Блин. Посмотрим, насколько он хорош. Просто в эволюционировавшей форме он выглядит просто великолепно. Я давно его очень видел. Вы наверняка тоже все его знаете. Но, блин, для меня это просто вау. Он очень крутой. Очень круто выглядит. Несмотря на то, что он как бы не девушка, да. Обычно у меня слюни текут на разных там женских особей. Но этот выглядит реально круто. Прям очень. За счет своего вот этого монстра, которого он ведет с собой. Прям сама идея интересная. То есть монстр на цепи у маленького мальчика, и этот монстр сражается за котов. И он выглядит стрёмно. Это здорово. Такс. Ладно. Идем сюда. Здесь еще ни одного левела не прошел. 65 всего лишь, блин. Сандхилл. Я прочитал сначала сандали. Еще ни одного левела не прошел, так что я думаю, все будет нормально. Такс. Где он, где он, где он? Просто хочется на него посмотреть. Конечно, всю его мощь я оценить сейчас не смогу. Я даже не знаю его характеристик, так, где он? Вот. Стоит он 6 тысяч, блин, это самый мой дорогой выбор сейчас будет. Черт побери. Он эффективен против ангелов или пришельцев. Дополнительные деньги может дать. Атакует он по одному, к сожалению. Так, стоп. Или это... А, нет, все, запутался. Нормально он атакует, по толпе он атакует. Все хорошо. Такс. Берем его вместо, давай тебя. 6 тысяч, это еще 6 тысяч надо поднакопить. Это в каком левеле я могу его попробовать? Я не знаю. А давайте лучше, знаете что, я не хочу проходить пока эти левелы. Сделаем как бы лучше. И польза будет от этого больше. Мы пойдем сюда. Выберем сюда. Мне осталось 13 сокровищ только добить. Я потихонечку их добиваю, друзья. Потихонечку, полигонечку. Пойдем сюда где-нибудь, где нету ограничений. Да что везде ограничения, это жесть. А вот тут, например, Броттон. Возьмем это. Возьмем это. И возьмем это. Чтобы 100% уровень пройти этот с первого раза. И как раз я смогу протестировать этого нового чувачка за 6 тысяч, блин. 6. Ой, стойте. Куда вы летите? Подождите. Давайте одного построим кассаджиза, просто чтобы сдерживать натиск, чтобы зарабатывать деньги. Пусть что-то враг прям вырвался со своей базы и прям на меня полетел жестко. И тут 10 котов максимально, да. Ой-ой-ой, чего у вас так много-то? Что такое? Что? Надо побольше кассаджизов, наверное. Так, или быстрее его построй, давай, выходи. Блин, туж. Ну эпично же выглядит, друзья. И что, у него дальность большая, что ли, получается? Так, а что у него с дальностью пока не очень. Анимация на самом деле так себе, ну. Выглядел он эпично, но
Дальность у него большая, слушайте, у него охренительная дальность. Я не знал, как он атакует. И у него довольно странная анимация для его формы. То есть, ну, он мог бы руками как-то бить или какую-то магию использовать. Он бьет головой почему-то. Кто бы мог подумать. Ладно, построил всех своих уберов. Врагов хоть и много. Я помню этот левел, тут же сложно продвигаться, да? Враг постоянно посылает своих чувачков. И просто тяжело как-то добраться до вражеской базы. Ты продвигаешься очень медленно. За счет как раз таки вот этого. Хотя Кассаджиза вроде бы вылетают вперед и расчищают дорогу для уберов. Ой, сколько ангелов. А он как раз у меня эффективен против ангелов. Ой, сразу одним залпом все погибли. Я даже не знаю, кто их убил. Безумие. Но уже на середине базы, друзья, тем не менее. Продвигаемся мы нормально. Враг все-таки так быстро не может. По одному шагу делаем, но все же делаем. Доберемся до базы, между прочим. И все, и база вражеская не будет. Мгновенно она погибнет. Вот если бы столько обычных врагов было в каждом левеле, это была бы просто, друзья мои, сказка. Потому что почему? Потому что это безумное количество денег. И я бы никогда в них не нуждался. Это просто, ну, как бы, фармы. Это трэш. Это просто трэш. Это вот деньги. Это бесплатные деньги бегут на меня. Они просто хотят, чтобы я их потратил. Вот и они хотят поэтому ко мне бежать. Очень забавное, как бы, зрелище. Незавидное даже. Давайте уже деньги. Мне хватит денег. Мне некуда вас складывать. Хватит бежать. Давайте я просто выбью вас всех и сломаю вашу базу. Ваш денежный станок, конвейер. Давайте уже начинаем потихоньку базу атаковать. Мы вроде бы дошли до того места, когда база становится в области поражения. Давай, давай, давай. Да, все, понеслась. Жаль, что снайпер по базе не атакует. Вот это, прикиньте, было бы читерство. Если можно было направить базу свою на вражескую базу, и она бы просто ее отстреливала. А сам тут стоишь где-нибудь в центре и просто не даешь противнику прорваться огромным количеством спама. Ну, в общем, прикольный, слушайте, код прикольный, прикольный. Атака мне не сильно понравилась, но код прикольный. И, друзья, пока на этом все. Продолжим мы с вами в следующий раз, скорее всего, завтра. Большое спасибо, что посмотрели. Если вы любите Battle Cats, всегда можете полайкать, подписаться. До новых встреч. Вы лучшие. Пока.